К завершению подходит ежегодный чемпионат по любительскому футболу 8x8, который проводит А-лига. В этом сезоне участие приняла 51 команда, а это около 1000 спортсменов, для которых футбол не только игра, а образ жизни. Кроме регулярного чемпионата, команды смогли принять участие в Кубке Федерации, который стал уже традиционным. Наш кубок проходит 4-й сезон уже. Вот 2 года, как в нем принимает участие большое количество команд. То есть прописали в регламенте, что все команды чемпионата А-лиги играют в Кубке Федерации. Как показывает практика, это очень интересный турнир становится. Большое количество команд, соответственно, очень много хороших, красивых игр. Сейчас в полуфинал вышли все 4 команды, представители высшей лиги чемпионата А-лиги. В первом полуфинальном матче Кубка Федерации встретились команды «Север» и «Олимпик» Нижняя Павловка. Игра закончилась нулевой ничьей, но тем не менее была богатой на голевые моменты. Идет равная борьба, равных соперников. Нормально все, играем, моменты есть, надо забивать, реализовывать. Ну и в обороне построже играть нужно, и будет все нормально. Хотели победить, предпосылки как бы были по моментам, я считаю, мы были поинтереснее. Были такие реальные моменты, которые надо было реализовывать, но в этот раз реализация чуть подвела нас, конечно. Будем анализировать те ошибки, которые были сделаны в этой игре. Постараемся поработать над реализацией, над стандартами. Как бы это один из наших коньков. Сегодня один стандарт у нас не прошел. Но надеюсь, все у нас получится. Вторая полуфинальная игра между командами «Старт» и 1ГБН пройдет 27 сентября. А финал Кубка пройдет 4 октября на стадионе «Оренбург». Артем Смедюк, городской телеканал ЮТВ.